Siegreiche deutsche Unterseeboote kehren zu ihren Stützpunkten zurück. Kapitänleutnant Schepke, er versenkte mit seinem Boot auf seiner letzten Feindfahrt über 40.000 Bruttoregistertonnen. Und hier das Boot von Kapitänleutnant Prien, der als erster Unterseebootkommandant die 200.000-Tonnen-Grenze überschritt und vom Führer mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet wurde. Das Boot von Kapitänleutnant Kretschmer macht fest. Er konnte, wie der Wehrmachtsbericht meldete, ebenfalls mehr als 200.000 Tonnen Schiffsraum versenken. Der Führer verlieh auch ihm das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Schon laufen wieder neue Boote aus, den Engländer vernichtend zu treffen, wo er sich auch zeigt. Последний поход Ю-99 стал важным событием в карьере ее командира Отто Кретчмера. Благодаря достигнутому в нем результату молчаливый Отто прочно закрепил за собой звание самого результативного подводника Кригсмарине. Однако узнать подробности его последних успехов не так-то просто. Журнал боевых действий Ю-99 погиб вместе с лодкой. Сохранились лишь немногочисленные источники, содержащие информацию об этом походе. Рапорт о допросе экипажа субмарины, разведотделом британского адмиралтейства, журнал боевых действий командующего немецкими подлодками и биография Кретчмера, написанная англичанином Теренсом Робертсоном. Попробуем с их помощью разобраться в деталях последних успехов подводника, прозванного королем тоннажа. В свой последний поход Ю-99 вышла из Лориана в субботу, 22 февраля 1941 года. В составе ее экипажа произошли изменения. Первый вахтофицер Клаус Баркстен и второй вахтофицер Хорст Эльфи выбыли из команды. Они отправились на курсы подготовки командиров подлодок. Баркстена сменил бывший адъютант Карла Дёница, обер-лейтенант Цурзии Ганс Иоахим фон Кнебель-Диберец. 23-летний офицер был любопытной личностью, влюбленный во флот аристократ, ставший первым моряком в своей семье. Перед тем, как попасть в штаб Дёница, он служил с Кретчмером на Ю-23 и под его началом совершил на лодке два похода. Любопытно, что позже английская разведка выдала фон Кнебель-Диберецу такую характеристику. Казавшийся на первый взгляд убежденным нацистом, на самом деле он был не в восторге от многих нацистских методов и большинства нацистских лидеров. Он поддерживал фасад лояльности режиму, но на самом деле исповедовал верность только лишь своему классу и своей родине. Вторым вахтофицером стал штаб-оберштурман Генрих Петерсон, неизменный участник всех походов Кретчмера на Ю-23 и Ю-99. Это назначение нарушало правило, в соответствии с которым данную должность мог занимать лишь офицер. Однако Кретчмер доверял своему штурману, и потому Дениц, уступив просьбам подводного аса, не только наградил Петерсона рыцарским крестом, но и назначил его вторым вахтофицером Ю-99. Впрочем, назначение имело свой резон. Данный персонаж был одним из опытнейших подводников Кригсмарине. Изменился и сам состав команды Ю-99. Кроме Кретчмера и Петерсона, еще одним офицером-ветераном был инженер-механик лодки Готфрид Шрёдер, участвовавший во всех ее походах. А вот из первоначального состава экипажа на борту субмарины оставалось всего 13 старшин и матросов. Остальные же подводники, участвовавшие в последнем походе, присоединились к ним позже. Перед последним выходом в море на лодку прибыли три гостя-практиканта. Одним из них был капитан-лейтенант Хорст Хассельбарт, бывший торпедный офицер крейсера «Лейпциг». После обучения в школе подводного плавания и перед тем, как получить собственную лодку, он отправился на стажировку к Кретчмеру. Двумя другими гостями были Фенрихи Фальмар Кеннинг и Гюнтер Рубан, назначенные на Ю-99 стажерами, чтобы набираться опыта службы на лодках перед получением офицерского звания. Ю-99 покинула Лориан в тот момент, когда Кригсмарине и Люфтваффе налаживали совместную работу в Северной Атлантике. Карл Дениц пытался использовать кондоры из 40-й авиагруппы для поиска конвоев и наведения на них подводных лодок. Сотрудничество шло со скрипом, так как пилоты не отличались точностью в определении координат обнаруженных целей.
Пока что этот недостаток удавалось нивелировать хорошей работой немецкой радиоразведки, поставлявшей штабу Дёнитса расшифровки английских сообщений. Благодаря этому командующий подлодками смог организовать удачное нападение волчьей стаи на конвой ОВ-288, в котором отличилась Ю-96 Генриха Лемон-Виленброка. Тем временем Ю-99 держала курс на район подходов к Северному каналу, где собиралась поучаствовать в охоте на конвои. Впоследствии члены ее экипажа рассказали англичанам, что весь путь туда лодка проделала на поверхности, изредка ныряя под воду, чтобы уклониться от вражеских самолетов. Днем 25 февраля Ю-47 Гюнтера Прина обнаружила конвой ОВ-290. Узнав об этом, Дениц приказал всем близлежащим лодкам, включая Ю-99, подключиться к преследованию. Однако Прин вел себя неосторожно, и английский самолет обнаружил его лодку и загнал ее под воду. Из-за этого подводник временно потерял контакт с конвоем и восстановил его только к вечеру. Судьба ОВ-290 оказалась печальной. Рано утром 26 февраля Ю-47 атаковала его ордер и торпедировала 4 судна. 3 из них затонули, а уже вечером на конвой напали кондоры, потопившие еще 5 судов. Однако другие лодки не поддержали атаку Прина. Как отмечает Робертсон, Ю-99 не смогла напасть из-за густого тумана, а когда Кречмер появился в районе нахождения конвоя после налета кондоров, то вместо его ордера обнаружил лишь несколько тонущих судов. Подводный ас опоздал, после авиаудара ОВ-290 был распущен. К полуночи об этом узнал Дениц, приказавший Ю-47 и Ю-99 искать и уничтожать поврежденные самолетами суда в районе банкера Кол. Субмарины никого там не обнаружили. Следующая неделя прошла в бесплодных попытках немецких подводников найти конвои, обнаруженные пилотами 40-й авиагруппы. Утром 2 марта «Кондор» сообщил о конвое в квадрате АМ-2920 восточнее банкера Кол. Дениц немедленно приказал Ю-47, Ю-99 и еще 4 лодкам сформировать на его пути завесу западнее указанной банки. Однако они так и не дождались конвоя. Ситуация полностью повторилась 4 марта, когда волчья стая пыталась найти другой конвой, замеченный кондором в тот день. Проанализировав 2 неудачи, Дениц пришел к выводу, что конвои могут менять курс после нападения самолетов. Он предположил, что после воздушного удара англичане уже ожидают удара из-под воды, догадываясь, что самолеты и подлодки работают вместе. Командующий подлодками решил просить командование 40-й авиагруппы ввести запрет на нападение кондоров после обнаружения ими конвоев. Резюмируя свои мысли, Дениц отметил, что за исключением ОВ-288, все попытки волчьих стай напасть на обнаруженные самолетами конвои провалились. Донесения кондоров не отличались точностью. Координаты замеченных ими конвоев сильно расходились с настоящим местонахождением англичан. Поэтому Дениц решил улучшить работу своей авиаразведки, выработав иной способ взаимодействия между самолетами и подводными лодками. От нерадостных мыслей Дёнитса отвлек Гюнтер Прин, сообщивший, что он обнаружил конвой. Подводный ас доложил, что вечером 6 марта заметил противника, севернее банкера Кол, и продолжает удерживать с ним контакт. Оказалось, что Прин нашел конвой ОВ-293, покинувший Ливерпуль 2 марта 1941 года. Командующий немедленно приказал Ю-99, Ю-70 и Ю-и идти на помощь Прину. О том, что произошло дальше, Дениц знал плохо. Лишь Ю-70 и Ахима Маца доложила, что видит конвой, а затем перестала выходить на связь. Молчал и Прин. Ситуацию несколько прояснила служба радиоперехвата. Согласно ее сводке, были перехвачены сообщения следующих торпедированных судов. В 747 Тельбич 6568 БРТ дважды торпедирован. В 632 Медждрехт 7493 БРТ. В 604 Делилиан 6423 БРТ. К 10 вечера на связь вышла Юэй. Лодка сообщила о контакте с конвоем и повторно донесла об этом
в 0:25 8 марта. Из донесения Ю-99 о своей позиции, Дениц понял, что Кречмер находится не в районе конвоя, а вероятно восточнее, где предположительно затонула огромная китобойная плавбаза «Терри Викин» 20638 БРТ, давшая в эфир сигнал бедствия после торпедирования. Лишь утром 8 марта штаб получил еще одно сообщение от Юэй, гласившее, что лодка потопила один пароход и пережила атаку эсминца, но готова продолжать действовать. Не имея больше информации, Дениц решил свернуть операцию против ОВ-293, но Ю-70 и Ю-47 так и не вышли на связь. 7 марта лодку Маца потопили английские корветы и взяли ее экипаж в плен. Что случилось с Прином, неизвестно до сих пор. Получив сообщение Дёница об обнаружении ОВ-293, Кречмер полным ходом пошел к Прину. По прибытии в нужный район он погрузился, чтобы прослушать горизонт. Согласно английскому отчету о допросе, около 6 вечера, 6 марта, Ю-99 заметила Ю-47. Однако в этот момент из тумана на расстоянии около 1100 метров показались два английских эсминца, державших курс прямо на Ю-99. Ее экипаж слышал, как они несколько раз прошли над лодкой, а затем раздались разрывы глубинных бомб. Оказалось, что эсминцы напали на Прина, который позже всплыл, передав сообщение, атакован глубинными бомбами, после чего вновь ринулся в бой. А вот о том, что сделал Кречмер, Робертсон и отчет о допросе подводников повествуют по-разному. Согласно Робертсону, Ю-99 подошла к ОВ-293 в час ночи, 7 марта. Проскользнув между эсминцами, она вышла прямо на колонну конвоя, после чего торпедировала «Терри Викин» и танкеры «Тельбич». Затем Кречмер сосредоточил внимание на танкере, желая добить его артиллерией. Жертва огрызнулась ответным огнем. Молчаливый Ото потратил торпеду, чтобы отправить ее на дно, а затем вернулся к плавбазе «Терри Викин», не обнаружил ее и счел затонувшей. Английский документ утверждает иное. Подводники Ю-99 рассказали, что после встречи с Прином и эсминцами их лодка оставалась под водой несколько часов, следя за перемещением конвоя по сигнальным ракетам, которыми стреляли суда и корабли. Вероятно, Кречмер видел их в перископ. Затем Ю-99 начала сближение с ордером ОВ-293 и подошла к нему около 7 утра 7 марта. К тому моменту конвой уже был атакован Ю-70 и Ю-47. В 4:40 и 4:50 Мац торпедировал и «Тельбич» и «Делилиан», оставшиеся на плаву. Затем в атаку пошел «Прин» и в 6:05 всадил две торпеды в «Терри Викин». Любопытно, что перед этим Мац тоже атаковал плавбазу тремя торпедами, но промахнулся. По словам членов экипажа Ю-99, они прибыли на место происшествия позже, чем Ю-70, и увидели поврежденные «Терри Викин» и «Тельбич». Кречмер решил добить эти суда. Приблизительно в 6:50 он выпустил две торпеды. Один угорь поразил «Терри Викин», а второй, предназначавшийся танкеру и «Тельбич», ушел в молоко. Оставив на время в покое поврежденную базу, Кречмер решил заняться танкером. Подводник потратил еще три торпеды, прежде чем и «Тельбич» затонул. Тем временем наступил рассвет, и немцы увидели еще два искалеченных судна, плавающих рядом. Однако подводники пошли в направлении «Терри Викин», чтобы убедиться, что она затонула. Проверить факт ее потопления помешало внезапное появление английского эсминца. Ю-99 погрузилась, после чего над ней начали рваться глубинные бомбы. Когда эсминец ушел, Кречмер всплыл и увидел лодку Прина. Это был четвертый и последний визуальный контакт с Ю-47 в этом походе, вскоре субмарина пропала без вести. В истории атаки Ю-99, конвоя ОВ-293, есть несколько загадок. Во-первых, многие исследователи упоминают, что Кречмер перед потоплением и «Тельбич» обстреливал танкер из палубного орудия. Однако пленные подводники об этом не упоминают, и никаких пометок об обстреле англичане в рапортах о допросе экипажей Ю-70 и Ю-99 не делали. Во-вторых, неясно, сколько торпед потратил в тот день Кречмер.
Согласно английским документам, Ю-99 вышла из Лориана с 14 торпедами на борту, из которых 7 марта потратила 5 штук. Однако 13 марта Кречмер туманно доложил Дёницу, что имеет более 6 торпед, не указав точно состояние своего боезапаса. Бой с конвоем НХ-112. Следующая неделя похода оказалась для Ю-99 спокойной. Пока волчья стая сражалась с ОВ-293, Ю-74 южнее Исландии обнаружила еще один конвой, шедший западным курсом. Получив сообщение об этом, в 2:46 8 марта Дениц отправил Ю-99 на перехват конвоя. Однако вскоре Ю-74 потеряла с противником контакт. Тогда командующий решил не подключать другие лодки к его преследованию, поскольку не имел достаточно сил на операцию против конвоев. Как отмечал Дениц, после 8 марта в Северной Атлантике возникла тупиковая ситуация. Для поиска конвоев командующий мог выделить всего 3 лодки: Ю-74, Ю-37 и Ю-99, так как к этому времени Ю-47 и Ю-70 перестали выходить на связь, а Ю-95, Ю-552 и Юэй следили за погодой, выполняя функции метеолодок. Положение улучшилось 15 марта, когда в район подходов к Северному каналу пришли Ю-100 Иоахима Шепки и Ю-110 Фрица Юлиуса Лемпа. Их появление в операционной зоне позволило Дёницу возобновить операции. В полночь 15 марта штаб получил сообщение Лемпа об обнаружении конвоя южнее Исландии. Это был НХ-112, насчитывавший на тот момент 36 судов в ордере. Его сопровождала эскортная группа ЭК-5 во главе с эсминцем Уокер Дональда Макентайра. Описывая ситуацию с НХ-112 на 16 марта, Дениц отмечал: Ю-99 запросила радионаведение на контакт, из чего следует, что она была в непосредственной близости. Ю-110 в 2:05 временно утратила контакт до 4:05 и затем оставалась с конвоем до 8:10. Конвой состоял, судя по докладам, из 15 транспортов и 2 эсминцев. В 8:30 лодка доложила о неисправности и попросила кого-нибудь на смену. На время контакт был утерян в описываемое же время. Следующие лодки могут считаться в оперативной близости конвоя: Ю-110, 99, 37, 174. В 12:20 Ю-37 заметили противника в АЭ 8793 и начали передавать сигнал радионаведения. В 17:20 Ю-110 смогла снова найти конвой, и в 19:20 Ю-99 ответила на запрос, что конвой наблюдает. Чуть позже вечером с Ю-37 поступило радиосообщение, что она протаранена в подводном положении. Ей дали приказ возвращаться. Любопытно, что Лемп не стал дожидаться подхода других лодок и атаковал конвой спустя 8 минут после отправки сообщения об его обнаружении. Из 2 выпущенных им торпед цель поразила лишь одна, повредившая танкеры Радона. Несмотря на противодействие эсминцев, загонявших лодку под воду, Лемп умудрился еще раз атаковать конвой до наступления рассвета. Усилия были тщетными, успеха он не достиг. Отметим, что такая тактика Лемпа шла вразрез с правилом действий волчьей стаи. Вместо того, чтобы наводить другие лодки на конвой, Ю-110 пошла в атаку одна, не дождавшись других. Тем не менее Лемпу повезло, так как контакт он не потерял и утром 16 марта передал координаты конвоя на Ю-37 и Ю-99. Чтобы понять, что происходило в ночь на 17 марта, обратимся к английскому рапорту. Об атаке НХ-112 англичанам рассказал первый вахтофицер Ю-99 фон Кнебель-Диберец, руководивший торпедной стрельбой. По его словам, лодка получила приказ атаковать конвой в ночь на 16 марта слишком поздно. Кречмер искал конвой весь день, 16 марта, и установил с ним контакт лишь вечером. Чтобы напасть, ему пришлось ждать наступления темноты. Первый вахтофицер Ю-99 вспоминал, что лодка потопила 6 судов общим тоннажем в 59 000 БРТ. Первым она торпедировала загруженный танкер,
в 15 000 БРТ. Попадание торпеды вызвало такой столб пламени, что на короткое время на месте атаки стало светло как днем. Вторая торпеда тоже нашла свою цель, танкер на 12 000 БРТ. А вот третий выстрел, по словам фон Кнебель-Деберица, был неудачным. Лодка выпустила угорь во время поворота и промахнулась. Следующим пароходом, который немцы объявили потопленным, было грузовое судно неустановленного тоннажа. После этого они заявили, что прямо в середине конвоя потопили торпедой и еще один танкер около 9 000 БРТ. А вот пятый и шестой пароходы, потопленные Ю-99 в ту ночь, фон Кнебель-Деберец описывал как торговые суда. Примерно к 3 часам утра на субмарине закончились торпеды, поэтому Кречмер решил выйти из боя и идти на базу. По мнению экипажа Ю-99, их лодка в этом походе поставила своеобразный рекорд, потопив 86 000 БРТ. Два судна на 27 000 БРТ из ОВ-293 и 6 судов на 59 000 БРТ из НХ-112. Пленные верно оценили свой первый успех в походе. Потопленные Тельбич и Терри Викин дали им тоннаж в 27 206 БРТ. Правда, Кречмер не знал, что плавбаза продержалась на плаву до вечера 7 марта и перевернулась вверх килем лишь в 18.55. В таком состоянии она дрейфовала до 14 марта, пока не была потоплена артогнем англичан, добивших судно. Потопление Терри и Викин засчитывается сейчас Кречмеру по праву последней руки, так как он торпедировал это судно после Прина. А вот результат своей атаки ИЧИКС-112 немцы завысили. В последние два часа, 16 марта, Ю-99 торпедировало 6 судов, норвежские танкеры «Ферм» 6593 БРТ и «Бедуин» 8136 БРТ, английский танкер «Франш-Комт» 9314 БРТ, а также английское, канадское и шведское торговые суда «Винетия» 5728 БРТ, ДЖ, Б, Уайт 7375 БРТ и «Карсхамн» 6673 БРТ. Из них затонули только 5, а «Франш-Комт» был лишь поврежден и остался на плаву. Таким образом, Кречмер добавил на свой счет 34505 БРТ потопленного тоннажа, что довело результат его похода до 7 уничтоженных судов на 61711 БРТ. Такие цифры позволяют считать последний поход Кречмера самым успешным в его карьере. Теперь попробуем разгадать загадку с количеством торпед на Ю-99. Как упоминалось выше, 13 марта она доложила в штаб о наличии более 6 торпед. На допросе подводники заявили, что во время атаки ОВ-293 лодка выстрелила 5 торпед, 4 поразили в цель, а одна ушла в молоко. В рассказе экипажа об атаке НХ-112 фигурируют 8 угрей. В ночь на 17 марта Ю-99 произвела 8 одиночных выстрелов, из которых первые 6 оказались результативными, а 2 последних нет, одна торпеда не взорвалась, а другая пропала без вести. Остается неясной судьба еще одной, 14-й, торпеды, так как ни один из источников не указывает, на что ее потратил Кречмер и потратил ли вообще. Вместе с Кречмером в ту ночь против НХ-112 действовал и его приятель Иоахим Шепке. Но ему не повезло, сначала английские эсминцы загнали Ю-100 под воду, а затем повредили ее глубинными бомбами. Выбор у Шепки был невелик, всплывать или ждать, пока огромное давление воды сомнет лодку в лепешку. Подводный ас решил всплыть и дать бой. Хотя торпедные аппараты не были готовы к стрельбе, он надеялся, что ему хватит времени перезарядиться и атаковать эсминцы. Ю-100 появилась на поверхности приблизительно в 3:05:03:10, всплыв всего в 500 метрах от эсминца «Венок». Корабль был оборудован допотопным радаром типа 286, который считался малоэффективным в обнаружении таких объектов, как подлодки. Но произошло небывалое: оператор радара «Венока» отметил контакт с Ю-100, после чего эсминец около 3:18 таранил и потопил лодку «Шепки». Пока «Венок» подбирал из воды выживших немцев, эсминец «Макентайра» циркулировал вокруг него,
ведя поиск Аздиком. В этот момент Ю-99 находилась в полумиле от места гибели Шепки. Нёсший вахту на мостике Петерсон заметил эсминцы и дал сигнал к срочному погружению. Возможно, погружение Ю-99 оказалось ошибкой, так как уже в 3:37 лодку обнаружил Аздик Уокера. Получив доклад о новой подводной цели, Макентайр сначала счел контакт с ней ложным, но оператор Аздика настаивал, что обнаружил подлодку. Тогда командир эсминца приказал сбрасывать глубинные бомбы. Впоследствии на допросе подводники Ю-99 рассказали, как слышали сначала проход эсминца над лодкой, а затем сброс шести бомб, разорвавшихся прямо над «семеркой», когда она была уже на глубине 120 метров. После этого Ю-99 начала бесконтрольное погружение, так как стала заполняться водой. По словам Кречмера, стремительное падение завершилось на 185 метров или даже глубже, после чего лодка вдруг начала быстро подниматься на поверхность. Согласно Робертсону, бесконтрольное погружение удалось остановить продуванием балласта, однако на допросе экипаж Ю-99 ни о каких подобных действиях не упомянул. Около 3:50 семерка всплыла, рубочный люк был открыт, и Кречмер поднялся на мостик. Он намеревался уйти от эсминцев в надводном положении, но доклад о выходе из строя рулевого управления и электромоторов развеял его надежды оторваться от противника. На лодке было разбито все, включая топливные цистерны, и командир отдал приказ покинуть корабль. Тем временем инженер-механик Шрёдер и первый вахтофицер, посчитав, что Ю-99 останется на плаву еще минут 10-15, начали открывать клапаны затопления для ускорения процесса. Когда фон Кнебель-Деберец пошел в носовой отсек, он сначала услышал плеск воды в центральном посту, а затем увидел поток, хлещущий из открытого рубочного люка. Офицер поспешил выбраться наверх и нашел весь экипаж на мостике. Лодка тонула недостаточно быстро, и существовал риск ее захвата англичанами. Чтобы не допустить этого, Шрёдер снова ушел вниз и полностью распахнул камбузный люк, который был открыт лишь частично. Назад он уже не выбрался, и команда слышала его крики, когда лодка тонула. Англичане заметили Ю-99 на поверхности в 3:52, после чего Венок и Уокер открыли по ней огонь. Спустя 2 минуты они прекратили стрельбу. Как пишет в своих воспоминаниях Макентайр, на Уокере увидели световой сигнал, переданный немецкой подводной лодкой. Он означал, что лодка тонет и бой окончен. Ю-99 затонула примерно в 4 утра. Потом Уокер занялся спасением подводников. Всего эсминец подобрал 3 офицеров, включая командира, 2 фенрихов и 35 матросов и старшин. Кроме Шрёдера, погибли еще 2 немца – Хайнц Шнайдер и Герберт Лефлер. Как пишет Робертсон, оба не смогли доплыть до эсминца, потому что один был без спасательного жилета, а другому не хватило сил забраться по сети на эсминец из-за контузии. Остальные же благополучно залезли на Уокер и были размещены рядом со своими жертвами, спасенными с парохода ДЖ Б. Уайт матросами. После этого корабль Макентайра доставил экипаж Ю-99 в Великобританию, где немцами занялся разведотдел Адмиралтейства. На допросе Кречмер выразил сомнение, что английские корабли смогли обнаружить его лодку с помощью радара. По его мнению, Уокер заметил Ю-99 на поверхности, а после ее погружения сбросил глубинные бомбы, которые оказались эффективны больше по чистой случайности. Подводный ас пытался занизить уровень мастерства английских противолодочников. Бинокли мечи к рыцарскому кресту. Карл Дениц узнал о гибели Ю-99 практически сразу, о чем свидетельствует запись в его журнале от 19 марта 1941 года. Из сообщения Ю-99, принятого Ю-37, следует, что экипаж был вынужден покинуть лодку и затопить ее. Действительно, перед самой гибелью лодки Кречмер приказал передать радиограмму следующего содержания. Бомбы, лодка затоплена. Хайль Гитлер. Кречмер. 2 эсминца, 53 тонны. Это сообщение приняли Ю-37 и Ю-74 или транслировали его в штаб.
Больше подробностей о гибели Ю-99 Дениц узнал спустя месяц из сообщений ее командира, переданных через Красный Крест. Любопытно, что в декабре 1941 года Гитлер наградил находившегося в плену Кречмера мечами, уже имевшимся у подводника рыцарскому кресту и дубовым листьям. Как известно этой степени ордена, командир подлодки удостаивался, когда топил 300 тысяч БРТ. По мнению Дёница, Кречмер достиг этой планки, когда донес о потоплении 53 тысячи БРТ в последнем походе, которые в сумме с уже засчитанными ему 250 тысяч БРТ дали заветные цифры. Сам же подводный ас считал, что суммарно с результатом его последнего похода он потопил 338 100 БРТ. В реальности же его достижения составили 255 394 БРТ, но и с таким тоннажем Кречмер считается самым результативным подводником Германии Второй мировой войны. В завершение отметим интересный факт. Потопив Ю-99 и взяв в плен ее командира, англичане заслуженно гордились своей победой над столь опасным противником. Она позволила английской пропаганде нанести чувствительный удар по сознанию немцев, заронив зерно сомнения в возможности победить Великобританию на море. Гибель таких подводных асов, как Прин и Шепки, а также пленение Кречмера стали весомым доводом в пользу невозможности победы Германии в битве за Атлантику. Любопытно, что англичане использовали факт пленения короля тоннажа не только в разрушительных, но и в созидательных целях. Кречмер пригодился им еще раз, уже после окончания войны, когда потребовалось изменить общественное мнение Великобритании по отношению к немцам как к бывшим противникам. Фигура лучшего подводника Германии очень хорошо подходила на роль благородного врага, честно сражавшегося, но потерпевшего поражение. В 1955 году в Лондоне состоялась презентация книги о Кречмере, автором которой был англичанин Т. Робертсон. На ее страницах подводный ас представал храбрым и умелым воином, настоящим рыцарем подводной войны. Такая точка зрения вполне соответствовала английской политике, направленной на сближение с ФРГ в послевоенное время. Кречмер был приглашен на презентацию. Как писал канадский профессор-германист Майкл Хедли, там он снова встретился со своим победителем Дональдом Макентайром. Англичанин церемониально вернул экс-командиру Ю-99 его бинокль, взятый в качестве трофея, когда Кречмер был поднят на борт Уокера 17 марта 1941 года. К биноклю была прикреплена серебряная табличка с надписью «Возвращенный Отто Кречмеру, храброму противнику». Дональд Макентайр, кэптен Королевского флота, 24 октября 1955 года. Возвращение бинокля было показано в прямом эфире во время интервью с Кречмером и Макентайром, и об этом жесте узнала вся Великобритания. Так английская пропаганда еще раз воспользовалась фактом победы над Ю-99.